Что, давайте расскажу вам о том, на что я снимаю, на что я еще из старых запасов ничего не обновлял. Кстати, вот недавно рюкзачок такой небольшой себе приобрел. Такой небольшой, компактный, как раз, чтобы помещалось все, что нужно. Сейчас мы в него и заглянем. Рюкзачок на Алиэкспрессе взял. Как раз все, что нужно. А, уже идут на съемку детишки. Значит, из старых запасов 17-40 Canon красненький. Что еще у нас? Это у нас из новеньких 18-135 с автоматическим фокусом для видеосъемки. Снимает и следящий автофокус. И вот такая вот штука у меня. Сколько он, по-моему, что-то все позабывал на камеру. 17-200 со стабилизатором USM-ка. Отличный, очень четкий объектив. Очень суперский. И 80D Canon с батарейным блоком. В принципе, для студийной съемки и не для студийной. Здесь мне вспышка не нужна, поэтому я ее не брал. Еще одна у меня батарейка есть, она сейчас подзаряжается. Вот все, что в принципе нужно, и то при этом один из объективов лишний, его можно было бы не брать. Вот так, все достаточно такое вот компактное, все помещается. Это значительно. Вот сейчас я в первый раз с рюкзачком пришел, и вы знаете, очень даже неплохо, очень даже удобно, потому что он маленький, не та моя любимая большая огромная сумка бандура. Вот сюда я в основном снимаю, если мне надо видео, спектакли или еще что-то подснять. Вот Nano USM, очень быстрый, тихий мотор с фокусировкой. Вот это у нас так называемый пылесос. Для тех, кто не знает, почему пылесос, потому что они, когда вот так открываются, садится пыль, пылесосит таким образом пыль. Это старый добрый 17-40 широкоугольничек. Тоже он. Раньше они у меня работали в паре. У меня еще есть 50. Ой, что-то это. Все позабывал. Фикс это который нельзя приближать, удалять. 50-ка с дыркой 1.4. Вот, ну, очень сильно много я на него не снимаю. Всегда беру батарейные блоки с собой, потому что в основном, конечно, снимаю вертикально. Вот на съемках, как обычно, дают синхронизаторы. Сейчас мы поставим и синхронизатор. Ставим, как обычно, на выключенном. И сейчас потестируем. Раз. Раз. И вот он, тест. И вот у нас новые, кстати, тоже хочу рассказать. Новые источники света появились в этой фотостудии. Это у нас уже они на светодиодах. Даже сюда у нас забрались светодиоды. Что, в принципе, достаточно интересно. Уже видел обзоры по ним. Вот. А вот у нас уже и дети приближаются. Подписывайтесь. Всем спасибо. Всем пока.